Устали смотреть ролики, где говорящие руки рассказывают, как приготовить суперуловистую рыболовную насадку, но у самих нету ни одного видео с рыбалки. Они прячут свои лица, потому что им стыдно за эту чушь, что они несут. Канал «Рыболовные приключения», мы тестируем наши насадки на реках и озерах и никогда не прячем лицо. Нам не стыдно за насадки, которые мы приготовили. Эй, приветствую вас, любители рыболовных приключений. Здравствуйте, и вы гости моего канала. Ну что, приготовим обалденную насадку для ловли всей речной и озерной мирной рыбы. Карп, карась, лещ, плотва. Вся эту насадку придет и будет клевать. Не верите? Сейчас на этой реке приготовим, потестируем. Поймаем вот такого сазана. И тогда будет всем ясно, что это насадка номер один для ловли рыбы как в июле, так и в августе. Ну что, готовится она очень легко. Нам понадобится всего лишь плавленый сырок «Дружба». И в этом пакетике чудо-порошок под названием, как правильно называется он, друзья мои, обычная мука пшеничная, высший сорт. Сейчас мы будем готовить насадку, смотрим. Нам понадобится какая-нибудь емкость, есть у меня вот такая вот банка. Сейчас мы туда высыпаем муку и показываю, что делать дальше. Берем нашу муку и высыпаем в нашу баночку вот так вот. Берем сырочек, отламываем кусок. И теперь вот так вот руками его разминаем. Получается вот такой блинчик. И теперь смешиваем с мукой. Оп! Буквально, я думаю, 2 минутки. И можно будет заканчивать. Ну а потом мы наденем на поплавочную удочку, забросим, друзья мои, и посмотрим, что в этой реке водится. Также у нас есть еще фидер с собой. И есть еще у нас интересная прикормка, но это вы уже увидите в следующем видео, дабы ролик не затягивать. В этом покажем только насадку. Карась, сазан обожает, линь, плавленый сырок. Я думаю, многие опытные рыбаки знают, что линь обожает творог, линь обожает сыр. Также и лещ отлично реагирует. Зимой я пшикал дипом, спреем на опарыш с ароматом сыра. Показывала шикарные результаты. Ну и, конечно же, семейство карповых не пройдет мимо. И смотрите, катаются у нас шарики уже. Теперь 6-метровое баллонское удилище. Надел наше тесто на крючок. Забрасываем, сейчас посмотрим. Это вам не рукожопные каналы, в кадре которые рассказывают, как приготовить. Это канал «Рыболовные приключения». Здесь не только делаем, но и тестируем на реках и озерах. Погнали смотреть. Оп-оп-оп-оп-оп. Есть, друзья мои, есть. Есть первая рыбка. Ну что, как я и говорил, небольшая лесная река, карася здесь нет, сазана, сказали, тоже не встречали. А вот такая вот плотвичка пришла и порадовала. Сколько? 3 минуты прошло и готово. Пошел, 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 есть, есть, есть рыбонька, рыбка. Друзья мои, буквально 30 секунд, вторая рыба, плотва, подошла к нам и порадовала поклевкой. Вот такая красавица. Отличный экземплярчик. Ну что, насадку проверили. Работает, рыба клюет. Подошла плотва и отлично кушает эту рыбку. Можно было бы еще постоять часок-другой, глядишь, какой-нибудь голавль бы подошел, возможно бы елец. Но, друзья мои, цель наша не наловить рыбу, цель наша потестировать рыболовные насадки. Мы потестировали, работает. С вами был канал «Рыболовные приключения». Мы не только показываем, как приготовить насадку, но также показываем, как можно на нее поймать рыбу. Кому понравилось, бахни лайк, кому есть что сказать, загляни в комментарии. Ну а мы с вами прощаемся ненадолго, ведь завтра выйдет новое интересное видео. До скорых встреч, смотрите проверенные рыболовные каналы. Пока-пока, пока! Прокисла прикормка, запах идет просто сумасшедший. Будет ли на нее клевать рыба? Запах идет просто сумасшедший. Уксус отдыхает. Прикольная дистанция. 7 метров. Тяну сразу 2 лодки. Вот это рыбалка, я понимаю.